Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас будет очень интересный и очень шикарный видеоролик по поводу того, как сделать на обычном автомобиле выхлоп от V8. Как сделать на обычном автомобиле похожий выхлоп, как на Mercedes AMG. Именно сегодня будет ролик об этом. У нас есть выхлопная система, диаметр которой 51 мм. А со всем этим у нас есть вот такой вот большой кусок трубы. Кусок трубы — это просто замечательно, но нам для начала нужно снять старую систему выхлопа. В принципе, ее снять можно и без ямы. Если сделать вот так, вполне реально. Наверное, самая легкая часть работы сделана. О, парни, посмотрите, что у нас происходит с вами в глушителях, если они, конечно, не дырявые. Просто вытекает и льется вода. Теперь же нам необходимо кое-что замерить. Здесь мы оставим запас, после я это отрежу. Ну и вот, от какого места нам нужно примерно будет все эти две трубы разрезать. Кто не понял, что сейчас будет происходить, нам с вами нужно вот это вот крепление. Ну, а защитных очков у меня, конечно же, нет. Отрезал, конечно, неровно, но, как говорится, и так сойдет. Ну и теперь, парни, мы вот этот вот отрезанный гусачок поставили на автомобиль для того, чтобы нам точно видеть, как он стоит именно на машине. Ну и вот, в принципе, мы сразу с вами видим, где у нас находится лишний кусочек. Парни, ну вот, как все это выглядит. Только первый раз собрал, согласен, выглядит все это очень неприятно, но это я только примерил трубу вот эту вот, мы покрасим черный цвет, добавим креплений вот этих вот ушек, и все у нас будет отлично. Ну а пока приведем нашу трубу немного в порядок. See?
Вот что из этой трубы у меня получилось. В идеал ее вычищать не будем, потому что мы ее все равно покрасим. Но тем не менее ее нужно было поцарапать для того, чтобы краска на нее взялась. Парни, на этом все. В следующем видеоролике мы с вами все это дело будем обязательно сваривать своими руками. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал и ждите новых видео.